Всем привет! Сегодня мы приготовим куриную голень в винно-грибном соусе. Итак, поехали! Но для начала добываем огонь. Идем кулинарить. Так, берем сковороду, наливаем чуть-чуть масла и ставим ее на огонь. Пускай разогревается. А тем временем берем голень, солим ее и перчим. Переворачиваем и делаем то же самое. Масло прогрелось, выкладываем нашу голень. И обжариваем до золотистой корочки. А тем временем, пока жарится голень, нарежем кусочек сала. Лук полукольцами и чеснок. Обжарили с одной стороны, переворачиваем на другую. Голень обжарили с двух сторон и выкладываем ее. Затем отправляем сало, лук и чеснок. И, конечно же, кусочек сливочного масла. Обжарили буквально 2 минуты, добавляем грибы. У меня лесные. Можно добавить шампиньоны или еще какие у вас есть. Без разницы. Также это дело все перемешиваем и оставляем буквально на минуту-две. Выкладываем наш голень в сковороду и добавляем вино. После того, как добавили вино, оставляем все это дело примерно до полчаса. Когда оно практически все выпарится, будем готовить дальше. Вино у нас почти испарилось, и осталось добавить чуть-чуть сливочного вкуса. И это будут сливки жирные. Все, вливаем. Соус наш загустел, и осталось только пробовать. Смотрите, как курочка легко разваливается. Нежнейший вкус. Прям тает во рту, очень вкусно. Пробуйте, готовьте, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!